Вот бы мне такую карту сейчас. В которой нету ничего и есть только вот эта проекция. Кстати, даже в 95-м году делали интересные графические проекции, то есть вот эти вот типа навигатора вот этого. Довольно классно выглядело. Кстати, мы вместе играем. Ебаное стекло. Я видел это. Ты еще такой отворачиваешь, такой, ебаное стекло. Такой смотришь на эту гранату. Аккуратно. Сука. Есть кто? А, сзади. Блин, он вышел к нам. Ну вот он к нам еще осмелился зайти. Ну, Америкошка, блин, 5 этих фрагов сделал. Кара? Ну, этот, С4, который. Ну, это, типа его цифрозаменитель буквы. Бля. Сука, с крысой, ну, две крысы сидят в уголку и ждут, когда кто-то придет. Вот это вот я ненавижу. Это не то, что крысятничество, это просто какая-то дизмораль команды. Во-во-во-во-во-во-во! Я тебе не докинул гранату. Где моя ебаная граната? Блин. Сейчас я попробую забежать к ним. А, уже всех замочили, неважно. Мне нравится, типа, разрушаемость тела. А, куда попадаешь, там и отрывает? Не, ну, типа, блин, бошку отрывает, там, руки, ноги, блин. Не как в обычных играх. А, ну, не знаю, в Left 4 Dead такое было. Помнится, я когда-то, блин, еще малой был, играл, блин, в какую-то космическую херню. Dead Space? Страшно было. А, Dead Space, значит. Нет, ну там такое, типа, я не помню, что оно такое, блин, было, но... играл еще ночью, блин. Ну, я прошел две части Dead Space, а третью часть не прошел, потому что она была просто убогая. Ну, короче, я не знаю, она короче, не нравится. Короче, я скажу, что там было. Короче, ты играешь ночью, блин, да? Космическая там фигня. Космический корабль, все дохлые, блин. Ты там, типа, единственный выживший, и что-то там должен сделать. Починить корабль. Это точно Dead Space. Ходишь, что-то... Руку там какую-то надо, блядь, взять. Оторванную, чтобы открыть дверь. Все время отходил, как будто дышит. Типа, вот сумка мне больше напрягала, блин. Значит, не Dead Space про руку, я не помню. Короче... Ходишь, ходишь, блин, оттуда и сзади, вот, знаешь, там, как будто с затыла кто-то дышит, вот сидишь, ты на лошади, с ума сходишь. Я сразу потом удалил. Вот это кобздец. Ой, я в топе. Да я не люблю игры про космос, так. То есть фильмы, игры. Мне понравился Dead Space, веселая игра. Ну, именно она же про космос. Еще понравился этот самый Freelance, знаешь, игру? Там, то, типа, играешь за космический корабль, там, вступаешь в торговые эти самые... торговые пути всякие, а стреляешься с пиратами, которые у тебя все отбирают обычно. Интересно. Интересно. Не убивай, пожалуйста, людей, а то я в топе, не хочу оттуда выходить. На, уже 20... А, тут около 24. А у них вообще пиздец, они у нас не 2000 обманят. Ты все еще записываешь, да? Да.
Не, ну я уже типа перезапустил, в смысле, один видос. Типа заново пошло, чтоб... У меня вчера вот этот ведьмак, блин, залагал, блин, и я боялся, что типа видос потерял. Ну, вообще смотри, у тебя же NVIDIA, ты можешь, короче, поставить этот самый, как его, NVIDIA, как его, блин, забыл, как, короче, он записывает, не NVIDIA Capture, или как-то так, и знаю, последние 10 минут геймплея у тебя записывается. Так, зачем мне 10 минут? Есть, короче, программа, типа, для проверки самого этого, скажем, системы? Да. Крыса. Короче, оно там видеокарту отслеживает, температуру видеокарты, там и все остальное. Но проблема в нем, в этой программе, что, блин, у нее... Я ее что установил, чтобы записывать этот War Thunder. Ну, War Thunder у меня почему-то лагает. Странно. Такие игры на мощных компах могут лагать. Моего друга, например, у танки почему-то лагает, хоть у него комп в 2 раза мощнее моего, и он играл, и не лагал. Игра сама не лагает, лагает сама запись. У него даже без записи она лагала, но комп был мощнее. Комп норм. Давай, вылази, хитрый пёс. Лови тогда. Прям над духом ракета пролетела. Жесть. Бля, я был последним убитым. Меня последним убили. Мы проиграли. Ну и хоть в топе постоял несколько минут, пока меня не обогнали. Видео, короче, как бы, знаешь, микрофризы идут. Вот что мне нравится. Почему так? Можешь попробовать поднастроить эти самые статы записи. Или попробовать записывать через другую прогу. Другая прога, вообще вот это вот, Bandicam вообще эту игру не видит. Какую, War Thunder? Да. Потому что она типа, я так понял, Bandicam записывает игры, в которых там DirectX 10 и все такое, на DirectX. Там OpenGL пока может показывать, и этот самый DirectX. Там еще можно настраивать, какие эти самые окна он может захватывать. Там даже флешплеер может захватывать, насколько я знаю. Я знаю, но оно, как говорится, и даже через окно его не захватывает. Окей, опять у нас будет дезматч, и я успел даже проголосовать за него. Блин, я даже нет. Ну там только терминал Conquest и Demolition был. И то на таких картах, там где у меня лагает, я Demolition я просто не люблю. Это как какой-то рейтинг или не рейтинг, а обычный матч в этом самом контре. Долго ждать, пока все умрут или выиграют, уже не знаю. Это самый терминал Conquest, это вообще похоже на какую-то мобу, там где тебе надо захватывать точки, а точнее не точки захватывать, а в доте там по идее надо разбивать башни, чтобы проходить дальше, а оттуда просто захватывать точки. То есть по сути то смысл остался.